Префект Валерий Виноградов 24 марта проинспектировал строящиеся объекты округа. Строительство пристройки к социальному приюту на Алтуфьевском шоссе 13 должно быть завершено к сентябрю. Сюда попадают подростки, которых подбирают на вокзалах и улицах. А сколько этажей всего? Всего 3 этажа. Ну вот здесь получается, нет, получается первый, второй, 4 этажа в один уровень. А, то есть в один уровень? В один уровень не выполняют. Значит, здесь актовый зал, культурный зал. Да, здесь будет актовый зал, столовая. Сегодня выполнен уже практически весь объем нулевого цикла. Представители заказчика признали, что строительство отстает от графика, но пообещали завершить его в срок. «Наверстывайте», – подытожил префект. «Не подводите себя и город». Следующую остановку Валерий Виноградов сделал на строительстве новых дорожных полос, которые расширят Леонозовский проезд. Их длина около километра. Здесь какие коммуникации перекладываются? Здесь коммуникации перекладываются водовод на пересечении с той стороны железной дороги. И кладется коммуникации, связанные с дорогой, это водосток. Перекладка телефонной канализации, электрических сетей. Валерий Виноградов обратил внимание на старый бетонный забор, который отделяет будущее дорожное полотно от Савеловской железной дороги. «Здесь нужно современное красивое ограждение», – отметил префект. На строительстве поликлиники в районе Северный сегодня работают 250 человек. Результат налицо. Еще недавно строительство объекта сильно отставало от графика. Сегодня этот разрыв практически ликвидирован. Высота здания достигла своей проектной точки. Строители заливают крышу, монтируют оконные блоки, начали монтаж электрики. К концу марта они обещают завершить все монолитные работы, а летом поликлиника должна быть сдана. Также префект побывал в океанариуме, расположенном в торговом центре «Рио». Этот самый крупный в Москве океанариум открылся в конце прошлого года. Здесь собрано около 10 тысяч морских обитателей. А вон пингвины.